молния, разворот. Я? Да. А здесь односторонний. Что нужно тогда для этого сделать? Куда-нибудь уехать. Куда-нибудь уехать, в левый ряд уходи полностью. Если это одностороннее движение. Опять ты с одним поворотником через две полосы. А что тут ни одной нету? Что нет? Вообще ну, полосы, я не вижу. Зрительно-то... Сколько? Три, или? Что ли? Конечно. Не, ну я на две поделила. Ну ладно, на две поделила. Это ты инспектору сказала бы так. Ну а где тут, что тут три полосы вообще? Ну ты что, реально не видишь, сколько машин поместится? Ну, широкая. Там даже вон, раз, два, три, вдалеке перед светофором. Все, езжай, езжай, что ты? Ты снег развернулся. Соответственно, мы тогда выйдем на перекресток на Ленина. С левым поворотом, да? И опять на перекрестке, на следующем, опять с левым поворотом уйдем. И это получится у нас разворот. Ну а что делать? Это слева? Слева, слева. Влево уходи. Так, а как здесь? Стоим, как мы здесь. Перед стоп-линией в яму бух. Бух? Да. Раньше нельзя было сказать? Да, зачем раньше? Ты пока сама не поймешь, пока не почувствуешь. Жалко. Ну, жалко. Так что не было такого, надо смотреть на дорогу. Ну, я-то уже видел, что ты в яму едешь. Ну, а что? Мнение и тому подобное. Так, и что, я просто выезжаю сюда? Ну, влево куда едем? Просто, говорит, ты что? Двигаемся вон до следующего светофора, перекрестка, это перекресток, и налево поедем. Мужика не задави. А чего он вообще? Не по понятиям вышел. Не по понятиям. Мы в России живем, тут нет понятия. Поворотник указывает. Смотри, какая была Саша рука. Я могу сюда пойти? Конечно, можешь. Давай, 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 давай. Он уже с поворотом идет. Знак какой стоит? Запрещено. Ну вот имей в виду, что запрещено? Стоянка, остановка. Протяженность у него была. На протяженность я посмотрела. 50 метров. Потом вот опять эти знаки. И слева стоял знак, и справа стоит знак. Слева видел? Смотри только направо. Так смотри. Как это все? Ну это как вообще? Это все? А я бы на твоей работе тоже бы не делал бы все. И наоборот спрашивал, как бы это я все успел бы. Как это я успеть должен? У каждого, видишь, кто к чему привыкает, да, кто где работает. Естественно, я тут на дороге как рыба в воде, потому что я... сколько лет за рулем. И то я многое для себя узнаю, особенно мне в Ютубе, когда пишут, ты инструктор идиот. Я смотрю, точно я идиот, неправильно там что-то сказал. Правоповоротник, ты должна справа положение перестроиться. Повернуть, а не